Всем привет, с вами Ник, и сегодня заценим Gibson Les Paul Double Cut. Конечно же, он не выглядит как привычный нам Les Paul, так как здесь два выреза, что означает название Double Cut. Здесь 24 лада, один волюм, один тон, вместо привычных 4, то есть 2 волюма и 2 тона. И здесь стоят звукосниматели не гибсоновские, как штатно обычно они идут, но здесь стоят Alnico 2 от Seymour Duncan, и хочу сказать, я прям как-то проникся этими звукоснимателями. Они мне реально вкатили. Они не мощные по выхлопу, но это и пофигу. У них офигенная читаемость. И к этому инструменту они подходят как нельзя хорошо. Ну а все те, кто искал себе что-то подобное, заходите на сайт Jacktonsk и обращайте внимание на этот Gibson. Спасибо, что заценили. Не забываем подписываться ко мне на канал на YouTube. Заходите в сообщество ВКонтакте, туда тоже до кучи. Ставьте лайки, если вам по кайфу. С вами был Ник. Пока!